«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, с вами как всегда я, Дезертир, и я готов снова представить вам игру NFS Run. Ну, я надеюсь, вам нравится, как я ее прохожу. Впрочем, я об этом узнаю, наверное, когда буду выпускать одну из последних серий, хотя, может, и раньше, не знаю. В любом случае, я записываю уже 10-ю серию подряд, в данном случае 3-ю. Ну что, погнали! Сейчас будет одно из моих нелюбимых занятий. Попытка обгона. Выиграть 6 позиций. Хотя, нет, это другое. Вру, пока еще не будет. Тихо. Тут хорошенькие заносы такие довольно. Кстати, чем еще интересен, например, зимний момент трассы? Тем, что на зимнем моменте трассы есть такие понятия, как лед. И лед очень круто может занести. Очень обычно нравится, как это все происходит там на зимних моментах. Так, сидим за него и пошли на обгон. Тихо. Кстати, это красивый поворот, который с водопадом был, мне он очень нравится, но довольно опасно. Так, пытаемся за ним. Чистый обгон, плюс ускорение, и все получается великолепно. Ну или более-менее. Ладно. Так, нам надо выиграть еще 3 позиции. В принципе, не так-то и мало, но и не так и много. Надеюсь, что за оставшиеся 2 с чем-то километра мы их такие выиграем. Машина у нас, конечно, выглядит чуть-чуть раздолбанной. Прям совсем чуть-чуть. Ушел он, негодяй. Так, вот сейчас будет возможность срезать, и они, по-моему, тоже на срез поедут. Да. Хреново. Так, ну мы можем попробовать его столкнуть, и мы это сделали. Отлично. Так, сейчас главное, не сбавляя скорости, постараться не проиграть этим негодяям. Потому что не хотелось бы, чтобы на финише они нас обгоняли. Да, машину просто жалко. Реально, она в хлам, просто разбита в хлам. О, боже. Даже обидно как-то. Не ожидал, что так сильно машинку побью. Ну, пока едем, пока вроде все нормально, более или менее. Без особых, так сказать, эксцессов. Пройдено почти 3000 километров. Средняя скорость 225 километров. Использовано повторов 4. И 175 место. Всего в игре 21 час. Так, битва на горном спуске. В чем шутка юмора? В том, что здесь дрифтовые повороты. Дрифт у меня получается не очень хорошо. Впрочем, соперник, как правило, не очень крут. Хотя дрифт в NFS-ке без геймпада у меня, в принципе, получался. Не знаю, в чем разница, но... как бы вот он дрифт, но ну. У меня некоторые проблемы, связанные с тем, что мне нужно быть быстрее соперника. Тихо, все хорошо. На последних миллисекундах я прям успел вырулить перед соперником, и здесь мне, например, не надо уже так сильно нервничать. Следующий соперник появится после вон той голубой линии.
Так что все хорошо. Вон соперник появился, это синяя машинка. В принципе, на скорости 100 км в час, по-моему, я могу войти на дрифте. То есть не обязательно тормозить на более сильный, на 80 такие. Тоже нормально. У меня 40 секунд на то, чтобы обогнать этого чувака. Но он доезжает до поворота раньше, и я не успеваю его пресечь на этом месте. Хотя, может, успею. Ага-га. Черт! Стой! Стой! Негодяй! Негодяй! Все, на мой. Вроде бы. Так, у нас есть время набрать с вами. А, хрен тебе. Все. Счетчик. Да щит! Я оказываюсь, суки, первым. Хотя он на последней секунде на самом деле меня обгоняет, но игра засчитывает мне победу. Не знаю, почему именно так все дело пошло, но игра засчитала мне победу. Ладно, вот здесь я как-то криво съехал, и мне совсем не понравилось. Так, у меня есть опять 40 секунд, чтобы обогнать следующего. Ага, но здесь меня ждет спасительный поворот. В который я, кстати, могу и не вписаться при желании, но в этот я вроде бы вписываюсь. Опа! Вот таким вот резким, хорошим финтом, благодаря разработчикам, мы можем обогнать последнего третьего чувака и, по сути, сэкономить нам время. После чего он нас даже, по сути, не догоняет, а только лишь отстает лишний раз. Хотя вот сейчас вроде пошел на догоняние. Что за слово догоняние? Ладно. Мы этот этап закончили. И сейчас будет следующий этап скоро. Получили 172 место. Как я уже не раз говорю, цель дойти 150-м к Вегасу. Потихоньку продолжаем поднимать себе уровень. Так, продолжить за ран. Продолжить. Куда мы денемся-то? Итак, сколько же у нас, кстати, заняло прохождение по серпантину? Это просто интересно. Вот первый в рейтинге среди друзей, но это логично, как бы я играю в не очень лицензионную игру, но... Об этом никто не знает. Пустыня. Кстати, довольно местами жесткая. И потом будет Вегас. Долина смерти. Два километра. То есть на серпантине мы примерно 3 км сделали. Средняя скорость 217. Ну да, после серпантина она, конечно, упала. Была 225. Серпантин забрал на себя довольно... большой процент, скажем так, скорости примерно. 10 километров в час. Осталось до Нью-Йорка 4372 километра. Поднажми, а то не попадешь в 150 лучших в Вегасе. А, и еще кое-что. Что? Никаких казино. Даже не думал. А я вот как раз наоборот подумывал заехать в казино. Ну ладно, нет так нет. Что же сделаешь-то? Девушка сказала, нельзя, значит, придется слушать. Придется слушать. Ладно. Давайте немножко попробуем выиграть скорости у наших, так сказать, противников. Ой, что-то какую-то фигню сделал, но обогнал двоих, типа. Так, стараемся держаться за 169-м. Это, конечно, не всегда получается. О-о-о-о. Тихо, чувак, зачем ты так меня? Уйди с дороги.
Да, я люблю грязные обгоны, они более интересны в этом плане. Хотя, если получается легко обогнать чистым обгоном, я это делаю. Я и не брезгую такими вещами. Если не получается, то иду на грязные обгоны, потому что они довольно простые и эффективные. Можно выбить, в принципе, с дороги противника, что даст вам преимущество, если вдруг вы отстанете или куда-то врежетесь, не дай ты бог. Это дает вам некоторые такие преимущества. Но не всегда, видите, меня все-таки 169-й догнал и даже 170-й догнал. Все потому, что я лоханулся. Ну, в принципе, у меня остается 6 километров, это довольно много. На 10 противников это должно хватить, тем более все почти 10 стоят рядом. Ну, штук 6 точно здесь. Ну, а на данный момент мы спокойно проезжаем. Надо было, кстати, вот здесь срезать, конечно. Не лучший был вариант делать. Больше лоханулся, чем что-то исправил. Давай ты уже добери чуть-чуть, ты, ё-моё, остался. Зараза! Что ж ты так меня не любишь-то, а? Так, 3 километра, это уже серьезно. Так, осталось 3 позиции. Будем надеяться, что за 1,5 километра мы успеем их обогнать. Тем более, что все они находятся довольно близко и, по идее, дорога довольно прямая. А скорость у нас позволяет. Да, вот примерно так мы все это и сделаем. Скорость 305 км в час, и мы ускоряемся, давая нам еще дополнительные 15. Вот так все легко. Я думаю, будет хуже. Хотя, кстати, за чистые обгоны мне должны были бы дать побольше опыта, чем за просто обгоны. Причем чистый плюс быстрый, там дается ускорение, точнее не ускорение, а X-счетчик. Типа X2, X3 и так далее. Итак, следующая трасса. Точнее, 27 минут вообще время за ран. Это не часов. 27 минут я пока потратил на прохождение. До Нью-Йорка осталось 4200 километров. Опять победить соперников, то есть прийти раньше них, скажем так, к финишу. Ну, это сделать в принципе не очень сложно, но иногда это доставляет некоторые проблемы. Будем надеяться, что он меня не обгонит. Помните, здесь у него шансов, в принципе, обогнать меня довольно много. Здесь я, конечно, мог бы сменить на Шелби, и это мне даже бы отчасти помогло, потому что Шелби здесь управляется намного лучше, так как на гравии она ездит лучше. Да и вообще, BMW все-таки по гравию не самая лучшая машина, скажем так. Не заметил, не успел отклониться, что ж такое-то. А вот, кстати, сзади меня и Шелби был. Так. Ладно, больше таких глупых ошибок я постараюсь не совершать. Простите еще раз. Кстати, самое интересное то, что ребята врезаются довольно-таки круто иной раз. Да что тут на том же самом месте? Вы прикалываетесь, что ли, ребят? Сказал, не буду совершать. Все, так, держусь, короче, правой стороны, не выезжаю за линию, ну его нафиг. На том же самом месте прям врезался. Что ж такое-то? Я вообще больше не буду выезжать, точнее, с правой стороны. Я буду лучше по песку ехать, чем так. О, на этот раз это был мой противник. Все, теперь он безбожно отстал, и меня он с процентов не догонит. К
как бы он этого не хотел, там такая жесткая авария на такой скорости, я думаю, что бедняге просто не повезло. Как бы он ни старался, он уже никуда не поедет. 8 секунд. 8 секунд. Я могу, в принципе. Хотя нет, смотрите-ка, он едет, но это бесполезно. Догонял меня какое-то время. Так, следующий соперник через 3 секунды от меня. Ну, имейте в виду 3 секунды примерно. Секундах езды, так сказать. Блин, хотел бы вот я вот эту машиночку у него отобрать. Ну ладно. Жалко, что нельзя, еще раз повторюсь. Очень жалко. Оп. Я люблю противников, как правило, вталкивать во что-то опасное, типа машин. Или делать вот такие вот финты. Ну, соперник разгромлен, видите. Отлично. Собственно, на этом, я думаю, эта серия заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. С вами был, как всегда, я, Дезертир. И это была игра NFS Run. Всем удачи и пока-пока. До новых встреч, ребят.